Где ты? Подожди. А, ты тут вроде. А, фонариков у нас нет. А, лимит ФП 120, давай ставь дурак, что ли. Ты где? Ты здесь должен быть. А я в другом. Всё, плохо. Всё. ГГВП. Дурак, что ли, тут никого нет, можно бегать. Иди к стрелкам. Я у стрелок, собственно. Вот стрелка. Я тебя откуда-то сзади прибежал, кстати. А, вон ты. Чё так будет? Ладно, хер с ним. Я побежал всё. Ладно, я у выхода. Выход? Ты уже там? А, вот. Что это было? Это ник был? А. Слышь, иди ко мне. А где ты? А, я вышел. Чё? А я уже ушел. Куда? На выход. А где выход? Не знаю, ты там иди найдешь, может. А, и проснулся. Если ты ушел. А, я, ты только сейчас проснулся, серьезно. А где тот этот, Дексбот? Почему он теперь за компом уснул? О, здорово! Мази! Вот ты страшный, ё-моё, лучше отдать! А чё со мной? Я в костюме? Да ты как неадекватный бегаешь, чтоб ты знал. И что ж, ребята, пока вот мы проходим вот эту часть игры, вы можете ее видеть по ссылке в описании в прошлом ролике, потому что мы это уже проходили. Поэтому я не хочу заострять внимание на этом, а просто ускорю, чтобы вы примерно понимали, что происходило. Происходит все то же самое, если вы хотите наглядно посмотреть, как мы это проходили, то прошлый ролик вам в описании. А также в описании есть ссылка на мой Discord канал, а также я хочу, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, написали комментарии под предыдущим роликом тоже, потому что я хочу немножко актива, чтобы я понимал, что я делаю это не просто так, и я стараюсь реально. И вы это можете заметить по качеству ролика, потому что они изменяются, и скоро выйдет еще Майнкрафт, поэтому будьте начеку. Ну что ж, мы продолжим. Отвертки нет. Сзади. Беги, беги, беги. Собака идет. Какая собака? Четырех надо. Ой. Кто-то внутри. Улыбака. И в этот момент Иван понял. Он в дерьме. О, стоит говно. А подожди, если в объекте мы умрем. Ема, у меня блюр. Ема, я такого блюра еще не видел. Согласен. Уйди. Мы не видим свои тени, но видим другие тени. Может откроется так, чисто миллиард теперь поставить, крутить. Ты не понимаю, как её может так раскрутить. А что делать с этим? Люк закрой, дует. Воняет на пердели. Спасибо. Мне кажется, надо поставить такое же время, как у телевизора. Какое там время? Да, надо распитывать. А собака где? Люк закрой, дуй. Походу. Да все, пошли. Кабельчики, да. Не, нормально вылез, не вылез, ладно. Я тут туда-сюда просто. Где ты? Я у коня. Слева. Ой, красный свет. Это улыбака, походу. Знаешь. Ой, ма. Куда это здесь? Не очень, конечно. А чё? Пальцы, нос. Я в углу. Я его, короче, отвлек. Он запутался, что делать, я в углу сейчас. Тут миндальная вода. О. Таблетки забери. Иди меня. Сюда. Куда? Ладно, где таблетки? Вон тут. Да ё-мо, там уже залута, лё. Мы там как... И в этот момент Иван понял.
Он в дерьме. 03:40, пошли к часам. 03:40, 03:40. 03:40, 03:40. У меня кассета есть. 03:40, пошли к часам. Свет. Почему свет? Подожди, куда я пошел? Предлагаю здесь переждать. Дай хоть раз пикать. Причину света. Так, запоминай, 03:40, 03:40. Свет напиши. А где он? 03:40. Ему у него руки. Я за угол. Все. За угол сел. Я тебе скажу. Я не скажу, нет. У меня красный свет. 03:40 писал, блин. Двигаться не могу. Чат не уходит. Все, у меня красный свет прошел. А он у меня. Я там же, в углу, в том же самом. А он возле меня кто-то. А где ты? Вот я в своей короночке сижу. А я видеокассета. Ой, тьфу, улыбака. Ты видеокассета? Вот именно, да, данная видеокассета. Вода пригодилась. 3:40, блин, напиши в чат, ага, пришло кого-то. Да, я видеокассета. Вот он, крыса вообще. Не хватало еще. Кто? О, сказал. Я. Тут дыхнул. Чем? О. Левое ухо. Я слышал инты. Улыбака, 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 пожалуйста, не пьёт. Нормально, я спиной смотрю, мне пофиг. Я за стеной. Левое. Молодец. А чё я умираю? Я за стеной. Говно. Ну, да, я пошёл искать. А, здесь за ёлкой Ямана спряталась. Топот. А, жизни деньги? А, нет, он уходит. Его? Нормально. А вот он ходит. Тут за стену текстурки прошли за правой. Теперь 40 выставляй. На перделе и смеются. Стой. Назад. Один. Все. О. 0662, ты видел блокнот? Что за блокнот? Вот ты побежал, это тормози. Меня подожди. Летит от чудовище без меня. А куда мы еще не ходили? А, нам надо вазу сломать. А, 0662. Куда, может? Закрой. Дует. Улыбака. Сколько? 0662, да, было? Да. Это ты там открываешь? Да. Я закрой, дует. Лучше не закрывай, они умеют открывать. Не свети на замок, слишком светло. О, реально. Всё, открылось? Да. Что там? Плоскогубцы. Что ты взял? Плоскогубцы. Ой, мне блюр не дали. Чё, нету? Я тут левый, можешь не ломать. Винты. Прям здесь, суки. И в этот момент Иван понял. Он в дерьме. Все нормально. Прям здесь у меня звуки. Нормально. Всё нормально. Я сел. Здорово. Я распикаю. Прям здесь. Опа, вон он. Вон он. Ой, улыбаться. За что? Реально, глубоко из них смотреть нет звука, а если нет звука, значит все хорошо. Ты дурак, что ли? Я думаю, я ушла, вся я пришла. Молодец, я тоже. И она стоит дальше. Ой, почему собака на скрытой летела?
Я спрятался. Она стоит, бежит. Она стоит. Интересно, что стало с нами дальше. Вам следует подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, зайти по ссылке в описании на мой Discord канал. И продолжение выйдет уже завтра, возможно. Либо завтра выйдет Майнкрафт, я уже не уверен. Ну что ж, серия, по-моему, получилась очень даже прикольная. Я не хочу затягивать ее больше 10 минут. Это, как по мне, это неинтересно. 10 минут это самое то, поэтому... Оцените монтаж, поставьте лайк, порадуйте меня. И что ж, всем спасибо за просмотр, за подписки, лайки, ребята. До новых встреч, всем пока-пока. Всем пока. С вами была команда FitGenius.